дорогой Раф. Вот сейчас такое есть ощущение, что мир действительно входит в какое-то новое состояние, которого не было давно. И какая вот у нас ответственность? Что мы должны подготовить перед этим переходом? Мы должны объяснить миру, что только на наш вдруг я разучился говорить по-русски, что только объединение между нами спасет мир каждого из нас, а иначе мы войдем в состояние общего уничтожения. Вот. И есть у нас сила для этого, и возможности, и слова, и высшая система, которая стоит на нашей стороне. И мы должны на самом деле стараться подготовить себя к тому, чтобы быть теми потоками света Машиаха.